Cubase 11 появился новый модульный анализатор SuperVision. Давайте посмотрим, как он работает. У меня уже настроены нужные мне модули, но давайте посмотрим, как их удалять и добавлять. Если навести мышку на верхний правый угол, то появляются кнопки добавления и удаления модулей. Чтобы поменять один из анализаторов модуля, то выделяем его и в меню выбираем нужный анализатор. В моем случае я использовал анализатор АЧХ, индикатор волноформы, громкости, индикаторы корреляции фазы и луфс-индикаторы. Все это позволяет мне точно понимать, что происходит в моем миксе и есть ли, например, проблемы с фазой или АЧХ. Узнать подробнее о всех новых функциях можно на официальном сайте steinberg.net. Спасибо за внимание и до новых встреч!